Эксклюзивные номера известных мастеров, огромный мир экзотических животных, яркие эмоции зрителей. Все это юбилейная программа, которая с 19 марта идет на манеже Тверского цирка и посвящена 50-летнему сезону. Юбилейная программа, которая будет идти до 24 апреля, это квинтэссенция всего лучшего, чем во все времена славился русский цирк. Неудивительно, что билеты расходятся в лед. Из самой премьеры артистов ждал настоящий аншлаг. Видимо, так уже соскучились по цирку за время пандемии, что просто встречают, ну вы сами видели, зал полный, встречают просто прекрасно. Большое впечатление на публику произвели многочисленные номера воздушных гимнастов, акробатов и эквилибристов. Среди них представители известной династии Шатировых, обладатели высших наград на всемирных цирковых фестивалях. Российская государственная цирковая компания собрала одних из лучших, одних из ведущих номеров своей компании, лауреатов международных всяких престижных фестивалей, золотых, серебряных, бронзовых призеров, которые сегодня представлены в этой программе. В аттракционе «Джунгли» под руководством представительницы известной цирковой династии дрессировщиков Ольги Корниловой обезьяна ходит на руках по шесту, кувыркается через голову и скачет верхом на пони. Из уже привычных экзотических животных в номере участвуют также англо-нубийский козел, питон, дикобраз. Настоящее украшение программы – гигантский морской лев Георгий под руководством ГНЭ Мартиросян. Он не только исполняет различные трюки, но и по команде своей хозяйки подпевает в такт музыке. Неудивительно, что зрители, заполнившие все места, остались в полном восторге. Все понравилось, все супер, спасибо. Понравилась больше девочка на шаре, которая каталась в воздухе. Прекрасное представление, мне очень понравилось, особенно очень понравился клоун. Клоун просто шедевральный, потому что я давно не видел именно коверных, прям вот таких вот крутых. Все понравилось. Понравились очень... гимнасты, эквилибристы, просто дух захватывало. Очень понравилось, спасибо большое артистам, животные просто прекрасные, очень хорошее представление, рекомендую всем.